Привет, ну а если ты говоришь 30 ген на халяву, то тебе всего лишь нужно подписаться на меня и поставить лайк на данный видеоролик. Итоги будут в следующем видеоролике. Ребята, хотелось сегодня дойти до 1000 кубков, но мне кинул пати коронавирус. Ну и я типа тут в шоке. У него на шале 6 ранг. Давайте поздороваемся, напишем ему «Здорово». Почему бы и нет? Интересно, что же он нам напишет? Интеллигент ли он или нет? Так, что-то он, наверное, странно, он что-то афкашен. А, вот, все начал печатать. Так, что же он нам напишет? Ку. Давайте ему напишем. Ты настоящий? Как-то странно, потому что и ты можешь заразить и бравлеров. Типа, ну, мне кажется, мне по правде страшно за бравлеров. Такс. Надеюсь, он не может заразить бравлеров, и он так напишет, а то, мне кажется, это не закончится чем-то хорошим, если он заразит всех бравлеров. Что же он печатает? Почему так долго? Также у меня есть 1000 монет. Так, вот, ребята, что-то он нам написал. Да, я могу хоть кого заразить. Не понял, а вот сейчас как-то страшно стало. Вдруг он меня даже заразит, не только бравлеров. Очень даже страшно как-то. Как-то странно. И что же ты можешь мне предложить? Так. Так, что-то я неправильно написал, но да ладно. Вот. Интересно, что же он мне может предложить? Воу, у меня чуть зарядник не упал. А? Вот. Давай я тебе кину челлендж, если ты победишь катку ШД парная. Если ты выиграешь, то ты получишь Лего, а если нет, то ты... То тогда я зара... Что? Господи, что? Ну, если я выиграю, это будет хорошо. Я как бы Лего, но это хорошо. Что? Ты зара... Что ты, Зара? Заражу всех бравлеров. О, нет! Слава богу, не меня. О, нет, блин. А если бравлера заразит, он будет очень-очень плохо. Будет очень плохо. Так, ну, го, в принципе. Потому что мне по правде стало страшно. Ну, пускай он выбирает ШД, я подожду. Так, какого вы мне бравлера выбрать? Ой, я прям заговариваюсь, а то прям это голос осипает. Наверное, я возьму кольта, так как кольт прикольный бравлер, и он по правде может кого-то либо затащить. Так, у него 60 кубков, и только на шеле 60 кубков, прикольно. Так, давайте мы нажмем готово, так как он нажал готово. Надеюсь, мы победим, потому что, ну, я верю в этого коронавируса, что он хотя бы как-то умеет играть. А если он не умеет играть, будет очень-очень обидно. И мне придется тащить одному катку. Ну и я тоже не очень хорошо и играю. Такс. У нас пока что никого нету. Мы как бы по одной банке у нас. Ну, уже по две банки. Так, о господи, что за месиво. Так. Ниту я убил. У нас уже две банки. Сейчас будет 4 банки. Ну, а Пока забрал другие банки. Ладно. Тут... Шелли. Ой, я как кривой ульту просрал. Ладно, ладно. Так, мы ее убиваем, у нас уже 7 банок, йоу. Это по правде много, на самом-то деле. Ну, я, по крайней мере, хочу затащить. Ну, и где все прячутся? Ну, потому что халявную Легу бесплатно, а то за нее надо кучу гем валить. Ну, это кучу денег, так что как-то так. И здесь Пока. Странно то, что он не захилился, ульту не использовал. Но мне же лучше, у нас уже 10 банок, йоу, это по правде много. И где же последние у нас люди? Ну, еще осталось 3 команды целых. Странно, где они все прячутся и зачем они вообще прячутся? Потому что, ну, как-то глупо прятаться. Хотя, если у них по 0 банок, то, ну, не особо глупо. Так, Пэм кого-то победил, но на самом деле это Кольдовал, так что, да. Здесь какой-то Поку. И зачем он выбежал? Странно. Ну, и мы побеждаем Розу, и мы просто победили, йоу. Это очень круто, то, что мы победили. Вот как-то так. Странно. Вот. Так, мы апнули 8 ранг, и у нас 101 кубок. Окей, на кольте, так сказать. Вот. Так, и что же он нам напишет?
Так, ну и где моя Лего Лена? Леш. Ладно, я не написал, но... Так, ну что, ты победил. Да, я победил, и очень прикольно. Давайте напишем, ну что, где моя Лего? Так, ребята, что же он нам напишет? Ну, я там какую-то ерунду ему писал. Как-то так. Вот. Что же он нам напишет? Мне очень-очень интересно. Также, ребята, спасибо за такой прирост подписчиков. Целых уже 192 подписчика. Просто лучшие. Ха-ха-ха, я тебя обманул. Нет, нет. Алло, а где моя Лего? Ты что, обманщик? Коронавирус? Блин, гребаный обманщик. Эх, плак-плак. Блин, я так и знал. Ну а потихоньку этот видеоролик я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Макс 379. Всем удачи и всем пока. Бай-бай.